Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Мы начинаем очередной рассказ о супертурнире памяти Вугара Гашимова, который проходит в эти дни в азербайджанском Шамкире. Турнир выдающийся, турнир максимально возможной для 10 участников категории, и хотя бы поэтому он привлекает внимание всего мирового шахматного сообщества. Ну а сегодня на этом турнире игрались партии 7-го тура. Причем следует отметить, и мы отмечали это вчера, прощаясь с вами до сегодняшнего, несколько более позднего эфира, о том, что Сергей Корякин догнал лидера, фаворита, чемпиона мира Магнуса Карлсена, поравнялся с ним, имея по 4 очка из 6 возможных, и был готов, как казалось, во всяком случае, вчера, дать бой маститому сопернику, которого он 2,5 года назад едва не обыграл в матче на первенство мира. Иными словами, Магнус Карлсен для Сергея Корякина не представляется, ну, вот таким вот непобедимым соперником, каким, я думаю, его подсознательно, подчеркиваю, психологически, скажем так, воспринимает Вишванатх. Именно поэтому Вишванатх не может успешно после своего первого матча, а, пожалуй, и до него, противостоять Магнусу Карлсену. Ну, а что касается остальных соперников, остальных участников турнира, то ближайшие из них, деля сразу 6 следующих мест, находились на рубеже 50%. Иными словами, реально, борьба за первое место, ну, как казалось, как представлялось, я думаю, не без оснований, могла идти лишь между Магнусом Карлсеном и Сергеем Корякиным. При этом завтра, в предпоследнем туре, Сергей Корякин будет иметь белые фигуры против Магнуса Карлсена. Это добавляло интриги, такого перчику, в то, что мы собирались или надеялись увидеть. То есть, казалось, что, может быть, Сергей Корякин, вопреки уже такой сложившемуся стереотипу, согласно которому он шахматист очень сдержанный, не идущий на риск, может все-таки попытаться подобрать ключики к Магнусу Карлсену. Ну, а что касается сегодняшнего дня, сегодняшних сражений, то, как мне кажется, на игре и Сергея Корякина, и Александра Бещука хотя бы отчасти сказалось то обстоятельство, что они принимали участие, ну уже, можно сказать, в прошедшем времени, принимали участие в соревновании по так называемой пуле. В данном случае пула — это не город в Хорватии, а пуля. То есть снаряд, служащий для поражения живой силы, в меньшей степени техники противника. А пуля почему? Потому что скорость игры в этой самой супербыстрой пуле очень высока. Всего лишь по 1 минуте на всю партию дается соперникам. И без добавления идет вот эта самая пуля игра. То есть вообще не совсем понятно, как можно за 60 секунд сделать достаточно большое число ходов. Ну, такое шлепание по часам, конечно, смотришь на позицию, ориентируешься, делаешь какие-то разумные ходы. И вот эта пуля, существует еще такая смягченная пуля, щадящая пуля, я уж не знаю, как ее правильно называть, где еще после каждого хода добавляется по 1 секунде. И там, когда вы выходите на рубеж, скажем, 40-го хода, то вам уже как бы предоставляется не 1 минута, а 1 минута 40 секунд. Ну, это, в общем, так, к слову. Вроде бы это не имеет отношения прямого к турниру, который сейчас проходит в Шамкире, но поскольку по окончанию вчерашнего тура, весьма успешного для Сергея Корякина, соперники, а напомню, что Сергей Корякин очень технично, очень сильно проведя партию, обыграл Вишванатха и догнал Магнуса Карлсена. Но поскольку и Сергей, и Сергей Корякин, и Александр Грищук после этого приняли участие в этом самом, ну, очень нервном, я бы сказал, изматывающем соревновании, только успев поужинать и сразу же сев за компьютер в этой самой пуле, то, наверное, сегодня, в общем, их состояние было немножко не таким хорошим, как могло бы быть, если бы этой самой пули не было. И вот сегодня мы по традиции начнем наш рассказ с того же самого, чем мы, собственно говоря, завершили, чем мы обычно начинаем каждый турнир, рассказ о каждом. Что-то происходит с интернетом, Марина предполагает. Нет трансляции или... Зависает трансляция. Видимо, у нас не совсем хороший интернет. Марина проверила, насколько хорошо закоммутированы кабели. Ну, вроде бы, все более-менее ничего с кабелями. Но, видимо, просто объективно. Почему-то интернет хуже, чем обычно. И подвисает картинка.
Но тем не менее, продолжаем. Продолжаем наш рассказ и призываем на помощь нашу виртуальную электронную доску, чтобы поговорить о центральной партии тура. А центральной представлялась каждая партия с участием Магнуса Карлсена на супертурнире в Шампире. Итак, Магнус Карлсен, Аниш Гири. Ну, с одной стороны, или можно сказать, с другой стороны, я уж не знаю, с какой правильно говорить. Конечно же, Магнус Карлсен, даже встречаясь с Анишем Гири, фаворит. Ну и Аниш Гири не очень сильно, не очень удачно играет на этом турнире. Именно, я бы сказал, не очень удачно. Эти неудачи Аниша Гири начались после его партии против Сергея Корякина, где Аниш Гири в ответ на довольно рискованно разыгранный Сергеем дебют мог провести изящную комбинацию. Мы ее показывали в одном из наших выпусков. И объективно, судя по всему, белые выигрывали. Гири прошел мимо этой возможности, сыграл сдержанно, и уже через пару-тройку ходов инициатива полностью перешла к Сергею, и он довел эту партию, перейдя в контратаку, до победы. Сегодня в партии Карлсен-Гири был сделан первый ход c24. Ход, который полюбился в последнее время Магнусу Карлсену, так он довольно часто играет. И вот Аниш Гири поднял брошенную перчатку, то есть разыграл тот дебют, которому прибегал на в последнем матче на первенство мира соперник Магнуса Карлсена Фабиана Каруана. То есть конь c6 и на ход g2-g3 не слот b4, а d5. У каждого хода имеются свои достоинства, свои недостатки. Я вот, имея черные фигуры, всегда практически в своей жизни играл слон b4. Набрал довольно много очков, кажется, ни одной партии вообще не проиграл. А может, и проиграл одну все-таки. Проиграл. Кажется, я Михаилу Талю как раз на дебюте проиграл в 78 году. Но, так или иначе, взятие на d5, слон g2, слон c5. Такой вот амбициозный, резкий ход. Черные выставляют слона на идеальную для него диагональ и должны при этом, разумеется, считаться с теми или иными в той или иной редакции ударами на e5 и d4. Но не буду останавливаться на каких-то нюансах. Мы рассматривали эти возможности во время наших рассказов о партиях матча на первенство мира. Короче, 0-0-0-0, здесь конь e5 более обоснованно, но также не дает белым преимущества. Хотя рассматривать этот ход нужно же, конечно. d2, d3. Сыграл здесь Магнус Карлсен. h7, h6. По-прежнему, игнорируя идею, конь бьет e5. И, что очень важно, беря под контроль ключевое, во многих отношениях, поле g5, куда может выскочить, как ни удивительно, в первую очередь даже не белый конь, а белый слон. Хотя, конечно, если черные сыграют в ближайшее время слон e6 и стандартным образом укрепят позицию коня на d5, то, конечно, считаться надо будет с конь g5. Ну, белые сразу берут на d5, ферзь бьет d5 и играют a2-a3. Ну, кажется, что действуя таким образом, белым трудно претендовать на получение маломальски значимого преимущества. Пожалуй, это так. Но преимущество, то есть достоинство такой трактовки дебюта со стороны белых, состоит в том, что они получают позицию, которая им приятна, им удобна. И вот, скажем так, люди, шахматисты, которые в своей практике хотя бы немножко играли дракон, даже играли систему мароцы, хотя и совсем не мароцы, ну, поскольку черная пешка расположена не на поле c5, вот не на этом, а на поле c7, то есть зажима позиции белых нет. Но это, пожалуй, лишь усиливает возможности фигурной контр-игры белых. И белые, конечно, претендуют не на то, чтобы сразу выиграть партию. Это при такой трактовке совершенно невозможно. А чтобы добиться минимального на долгую игру преимущества, то есть как раз это соответствует полностью стихии Магнуса Карлсена. И когда Аниш Гири решительно двигает пешку А, пресекая всякие возможности белых проявить активность на фланге с помощью хода b2-b4, заманчивая такая идея, белые играют слон d2. Ну, стандартным решением, стандартной реакцией для белых в подобной ситуации является все-таки ход слон e3. Но поскольку белые все-таки не забывают полностью о том, что они белые, они делают вот такой вот вкрадчивый ход, на что ферзь уходит. Ну, почему ферзь уходит? Потому что все-таки в целом ряде случаев, если черные, например, хотят развить слона, нужно считаться с ходом конь g5, атакуя ферзя вот этим вот слоном, но затем можно сыграть конь e4. Это одна идея. Другая идея, это, наверное, ладья c1, может быть, слон c3. То есть ферзь все равно должен будет уйти. Куда ему уходить, это вопрос другой. В идеале, конечно, черным хотелось бы поставить своего слона, оставить, точнее сказать, своего слона на вот этой самой мощной диагонали, по которой он великолепно работает. Но куда? На b6. А если на b6... Тогда конь белых сможет быть переведен, ведь после хода слон c3 уже возникнет угроза конь e5, ферзь куда-то отступит, и белый конь перейдет по вот такому вот маршруту. Конь
f3, d2, слон уже, напомню, будет стоять на c3, и конь d2 на c4. И слон на b6 будет чувствовать себя очень-очень неуклюже, неуютно и так далее. Ну, ферзь e6 поэтому играет Анишгири, соглашаясь на другую расстановку, которая внешне кажется уступкой со стороны черных, но, может быть, таковой она объективно не является. Ладья c1, слон атакован, и ферзь e7. Ну вот, не знаю. Вот этот маневр, конечно, как-то вызывает неоднозначные эмоции, ощущения. Ферзь с активной позицией, правда, уязвимой на d5, я вернул эти пару ходов назад, делает один шаг назад, потом делает второй шаг назад. При этом, конечно, он защищает слона. И, пожалуй, можно признать, что позиция черного ферзя на поле e7 это идеальная для ферзя позиция, вот это самое. Но, с другой стороны, все-таки как-то так уступать, отдавать столько времени в дебюте не хочется. Впрочем, белые не слишком агрессивно разыгрывают эту партию. Они играют слон c3 и конь d4. То есть, Анишгири лишний раз Слонов говорит всем, и в первую очередь Магнусу Карлсену, что я играю черным, и по большому счету какая-то разгрузка, размен на d4. Ну, если слон d4, тогда сейчас белые сыграют, то они отдадут слона, у них будет хорошая структура, хорошее гармоничное расположение фигур. Но реально этого достаточно лишь для уравнения шансов, а не для того, чтобы получить преимущество. Сыграть конь бьет d4, то тем более ед, слон должен будет отступить и так далее. И вот ход e3. На самом деле ход e3 стандартный. Вот я рискну употребить это слово. Стандартный для такого рода позиций. Почему бы не сыграть CE3? Дело в том, что черные почти вынуждены взять, иначе в центре начнутся какие-то для них неприятности. Белые D4 сразу или постепенно сыграют и раскроют позицию к выгоде своей, так как и ладья у них уже расположена на поле C1, и она работает, стреляет по вот этой самой линии. И слон заработает прекрасно по большой диагонали. Ну и второй слон тоже раскроется. Короче говоря, конь бьет F3, ферзь бьет F3 и слон D6. То есть черные вроде бы жмутся к канатам, вроде бы идут на уступку, но действительно белые уже белые. Вот даже чисто зрительно на глазок, белые стали белыми, вернули себе этот самый высокий статус дебютный. То есть стороной, которая борется за преимущество, и ферзь выпрыгивает на поле H5, где он поддавливает, во всяком случае производит некое давление, оказывает, ну если не реальное, то психологическое, а может быть вполне реальное, на королевский фланг соперника. И когда черные играют c7, c6, следует нечто неожиданное, f2, f4. Ну, до сих пор, до этого момента, безусловно, досчитать и дойти в своих дебютных анализах нельзя. Можно, конечно, смотреть какие-то схожие позиции, изучать схожие идеи, а можно просто вот так посмотреть на все это и попытаться оценить последствия хода f4. Ну, вот Магнус сыграл f4. Кажется, что это невыгодно для белых, не очень выгодно, во всяком случае. И двинул вперед пешку. Ну, у Анишгири пока что выбора большого нет. Дело в том, что защищать пешку e5, например, с помощью там ладья e8, как-то избыточно нельзя. Потому что, ну, ладья e8 вообще нехороший ход. И поскольку белые возьмут, разменяются еще разок, и подвиснет у черных пешка на f7, ну, чего черных, конечно, не устраивает. Но, с другой стороны, уже достаточно число ударов у белых, чтобы просто угрожать взятием на e5. То есть, нужно брать. Ну, и вот здесь, конечно, нормальные люди, скажем так, даже не в силе дела, не в силе игры дело тут, а в неких стереотипах, рукой, что называется. Хочется взять пешкой Е, потому что пешка, расположенная на поле Е3, под ударом черного ферзя. Но красота, эстетика вот этой партии как раз состоит в том, что Магнус Карлсен очень быстро сделал не ход ЕФ, после которого, по мнению компьютеров белых, чуточку, объективно, наверное, так и есть, а ЖФ, оставляя свою пешку, расположенную на поле Е3, под ударом черного ферзя. Ну, наши электронные друзья, тем не менее, быстро понимают, что к чему, быстро оценивают последствия хода ферзь бьет Е3 и рекомендуют ход король H7, после которых они даже говорят, ну, не все электронные друзья и не сразу, конечно, я думаю, что есть разночтение в оценке, возможно, но они говорят, что у черных хорошая игра, не хуже, может, даже чуточку лучше. По-человечески поверить в это трудно. Уж очень благоприятно для белых изменение структуры после взятия на f4, при том, что черные не забирают белую пешку на e3. Но вот что после этого было бы, я не знаю. Наверное, действительно, у черных все в порядке. Но Анишгири вот в этот момент впервые надолго задумался. Хоть скоро чемпион мира подставляет вам под удар свою пешку. Наверное, он что-то знает. Просто так такие вещи не делаются. Ну и кроме того, такой шахматист такого класса, как Анишгири, конечно, понимал, чем он рискует, если он возьмет на e3. Ход, судя по всему, нехороший. Очень хочется его сделать. Но ход нехороший,
Но и отказываться от него невероятно, отказаться невероятно трудно, потому что ход король h7, о котором только что мы вели речь, ход, который рекомендуют компьютерные программы, ну как-то он по-человечески является очень большой уступкой. Белые бросили вызов, белые прорвались, поддали вам пешку, оставили под ударом, шахом тем более. Ну и в общем Анишгири, продумав, взял эту самую пешку и тут же допустил ошибку. Сыграл ладья f8, что выглядит очень логично. Наши электронные друзья говорят, что надо было играть f6. Причем ход этот невероятно ответственный. Потому что белые играют слон e4. Они изготавливаются к мощному такому штурму позиции соперника. f5 играть, скажем, страшновато. Там можно сыграть ладья f3, потом ладья g1 и обрушиться на поле g7. Можно какую-нибудь комбинацию с жертвой на g7 провести. Тоже не факт, что мат не получится. Вот. А советуют компьютер играть ферзь h3, допускать, запускать белого ферзя на поле g6. Теперь обращаю ваше внимание, что g6, f6, f5 играть нельзя, потому что получится мат на поле g7. Поэтому нужно играть слон g4, активизируя свои силы и допуская вот такое вот изменение структуры. Ладья e1 шаг, потом взятие и король f8. Но утверждается, в это вначале не верится, но чем больше вы всматриваетесь в позицию, тем более правдоподобной оказывается такая оценка, что у черных довольно мощная контр-игра. То есть черный король убежал, черные отдали назад отданную пешку, но белый король также в опасности, потому что создается угроза, вполне реальная, слон f3, шах, давайте я стрелочку нарисую, они кружочками будут это дело обводить, вот такая вот угроза, ну, с матом просто, если будет взято на f3. Ну и кроме того, второй слон тоже, в общем-то, можно сказать свое веское слово, вот по этой диагонали, если понадобится. А король черных в относительной безопасности. Никакие взятия на f8 не проходят в ближайшее время. Заняться пешкоедством белые просто не успевают. Короче говоря, позиция была бы очень интересной, очень сложной. Но решиться на ход f7, f6 человеку очень трудно. Только что черные сделали выбор в пользу взятия пешки с шахом. А тут они ослабляют своего короля и начинают куда-то им убегать. При этом оценить то обстоятельство, что вот белый король, который в данный момент, его позиция на h1 выглядит совершенно безопасной, неприступной и так далее, что этот король может подвергнуться атаке или, если хотите, контратаке, ну, трудно. И сделал самый естественный ход ладья d8 Анишгири. Идея хода, одна из идей, во всяком случае, стоит в том, чтобы отвести слона и перейти к защите очень слабого, самого уязвимого на данный момент поля позиции черных, поле g7, извиняюсь. Но последовал ладья e1, ферзь отступил с приложением размена и f5. Итак, белые играют без пешки. Белые пожертвовали пешку. Но посмотрите, вот обратите внимание, как блестяще работает один слон. Слон c3 стреляет, атакует поле g7. Как здорово может в один прием буквально перейти на поле e4 другой слон. Как после этого смог включиться в игру белые ладьи. То есть ладья, встав на g1, будет атаковать пешку g7, еще и появится угроза пешки h6. То есть вот когда смотришь на все это, оцениваешь, прикидываешь, понимаешь, что в общем защита-то удовлетворительная у черных может и не найтись. Уж очень здорово отмобилизованы белые фигуры, причем произошло это буквально за 1-2-3 хода. Черные, белые оставили без защиты пешку e3, черные ее шахом забрали. Дальше сделали естественный ход ладья d8, и вот, как говорила наш, я имею в виду НТВ-плюсный футбольно-хоккейный комментатор, Розанов, получите и распишитесь. И эту, так сказать, вот эту формулу довольно странную взяли тогда на вооружение, и во многих репортажах другие наши комментаторы повторяли эту формулу Юрия Розанова и вот говорили, получите и распишитесь. Но уже недолго до этого, до того момента, когда Анишгири придется расписаться на бланке, признавая свое поражение. Но не все так просто. Во всяком случае, пока еще ресурсы черных не исчерпаны. Они играют слон f8, делают тот ход, о котором мы говорили, слон e4, ладья d5. Черные с удовольствием готовы отдать качество на поле d5. Тогда от атаки белых ничего не останется, а у черных появится очень сильный слон. То есть чернопольный слон, в случае, если белые заберут качество на d5, окажется фигурой, у которого не будет оппонента, у которой не будет оппонента, у фигуры. И атака на белого короля уже может развиться. Но белые, разумеется, играют ладья f3.
И ответ черных b7, b5. Ну вот здесь очень трудно, конечно, все это как-то так вот на аптекарских весах взвешивать. Как развиваться черным, не совсем понятно. Белые же готовы подключить к атаке одну ладью с поля g1, вторую ладью то ли с поля g3, то ли с поля h3. Ну и через пару ходов спасения у черных не будет. А ход b5 все-таки разбивает, пытается сбить с ударной позиции nc3, вот этого самого слона, который стреляет на g7, а если мы его собьем, то есть черные, то резко полегчает черным. Слон – ключевая фигура в атаке белых. Ладья g1, ответ Магнуса Карлсена. Так именно он и поступил. И черные здесь сыграли вот этот ход. Так. Был сделан уже достаточно давно, как раз в момент начала нашего репортажа. Вот здесь Магнус Карлсен надолго задумался. Надолго задумался по той причине, что очень многое сейчас зависит от сделанного хода. По оценке компьютеров, преимущество белых больше, чем 4 пешки, несмотря на то, что они играют без пешки. Иными словами, у них решающая атака. Но неаккуратное маневрирование какое-нибудь сразу может свести все это дело на нет. И для того, чтобы исключить для черных возможность даже ценой пешки, даже ценой, сбросив пешку f6, подключить к атаку, к защите своего короля ладью, которая будет защищать пешку g7, в конце концов Магнус Карлсен остается выбор на очень красивом ходе слон f6. Вот сюда вот слон прыгнул. Он подставился под удар черной пешки. Ну, выглядит немножко противоестественно, но защищаться черным нелегко. И черные решились на, в общем, видимо, самоубийственный ход, хотя в таких случаях можно сказать, что неудачный ход, но и другие продолжения не спасают. А почему же, то есть плохой ход, но и другие продолжения не спасают, другие защиты не спасают. Так почему же плохой ход, если защиты все равно нет? Ну, в такой ситуации пребывал и здесь Аниш Гири. Короче говоря, ход g7-g6 он сделал. Ход g7-g6, судя по всему, допускает со стороны белых довольно такую элегантную, форсированную и несложную комбинацию, связанную с ходом ладья бьет g6. В партии было сыграно по-другому. То есть белые сыграли здесь ферзь h3, полагая, что никуда разгромленный фланг черных не уйдет. Но отмечу, что брать пешкой на g7, конечно, на g6 нельзя. Этот ход никуда не годится по причине того, что потеряется ферзь на h5. Но можно было, как я уже сказал, пожертвовать ладью, сыграть самым лобовым методом. Вот так вот, ладья бьет g6. fg, ферзь бьет g6. Лучшая защита — это ладья g7. Почему это лучшая защита? Давайте попытаемся понять, что было бы в случае хода слон g7. Шах с f8 сразу ничего не дает, не решает. Ну, по идее, конечно, надо нагнетать давление естественным путем. Взятие на d5 возможно и даже заслуживает некоторого рассмотрения. Нет, не заслуживает рассмотрения. Вот я смотрю, в общем, вот то, что вот я вижу позицию, ну, в некотором смысле, в первый раз, то есть к началу нашего репортажа и этой позиции еще не было. Не было вот такой экзотической попытки защиты со стороны Аниши Гири. Может, просто ладья g3 сыграть? Проигнорировать шах, потому что человека всегда смущает такой шах. Может дать еще какой-нибудь там шах какой-нибудь. Но я уйду королем на h3. Взятие на f5 не спасает. Взятие на g7 слон висит. Ну и угрожает много всяких разных неприятностей. Скажем, при короле на h3 могут ли черные подтянуть одну из своих фигур к защите. Например, ферзь f4 сыграть. Теперь пешка f5 связана. Ну не похоже. Я играю просто слон бьет g7. И в таком вот варианте слон бьет f5 шах. Вроде бы все у черных более-менее складывается. Взятие на f5, взятие на f5, взятие на f5. Слон d4, шах, шах ладьей. Ну и как не играй, уходи куда-то или не уходи, там белые заберут на a7 и будут иметь лишнюю фигуру. Но вообще-то это маловато.
Это в каком смысле маловато? То есть это не доказательство того, что то, что мы смотрели, и то, что сделали черные, это хуже. То, что сделали белые, не сделали белые, забрали даже 6, лучше, чем сделанный ход ферзь h3, сделанный Магнусом Карлсеном. Ну, ответ черных здесь ладья d6. Черным все равно дорог хороший совет. Рекомендация компьютерная здесь состоит вместо хода ладья d6, сделанного Анишем Гири, в ходе слон d7. И тогда, по мнению, опять же, компьютеров, лучше всего ферзь f1 со страшной угрозой взятия на g6. И если черные играют g5, то можно пожертвовать фигуру и заматовать черных. Ну, очень, так сказать, все естественно, все очень логично. И дальше, скажем, ладья g3. То есть f6 играть не надо, можно ладья g3 сыграть, позиция черных безнадежна. Итак, ладья d6 сыграл Аниш Гири. Осуждать его за это мы не имеем никакого права. Белые снова отказываются от жесткого такого форсированного пути. А жестким форсированным путем, по мнению компьютеров, является ход d3, d4. Ход ферзь h4. А чем он хуже, собственно? Белые защитили. Защитили слона своего, стоящего на поле f6. Они готовы принять жертву качества. Ну там что еще важно? Что развалится при этом весь королевский фланг черных и есть шаг с d8. То есть вот здесь вот черные сыграли действительно ладья бьет f6. Наверное, надо этим откупиться, иначе следующий ход взятия на g6 сразу же добьет черных. Ладья бьет f6 сыграно. Если g5, то можно просто замотовать с помощью хода ладья бьет g5 черных. И на gh мат ставится. Ну король h7 не панацея, безусловно. Потребуется какая-то аккуратность, минимальная от белых. Ну, можно отступить ладьей, в конце концов, g5. И потом замотовать по линии g. Короче говоря, последовала ладья бьет f6. Ферзь бьет f6. Слон e7. Какую-то передышку черные получили, но они теряют пешку на c6. И сейчас уже игра идет при материальном неравенстве, а чистом лишнем качестве у белых. Ферзь бьет c6. Слон бьет c6. Король g7, размен на поле g6 и d4. То есть белые двигают вперед свою пешку, они хотят довести ее до поля d5, и отсюда пешка будет защищать слона c6. То есть у черных не будет возможности никакой контр-игры организовать, связанной с вторжением ладьи, например, и с организацией взаимодействия слонов. И на слон f5 ладья бьет f5, то есть вообще не видно никаких возможностей для чего бы то ни было. Ну, а4 сыграл здесь с горя Аниш Гири. Белые двинули пешку, черные двинули вторую пешку. Слон e8. Слон постоял на c6 и говорит, хочу дать шаг с поля f7. И не забывайте о том, что моя пешка на d6 может двинуться вперед при случае. Но надо это делать аккуратно, потому что вот по этой диагонали какие-то могут быть нюансы. Кстати, пешка d5, пешка дойдя на d5, белая пешка, она служит своего рода щитом, перекрывающим эту диагональ на случай попытки контр-игры черных, связанной с ходом слон b7. Пока угрожает ладья f7, шах. Итак, что же дальше? 34-й ход, слон e8, черные играют слон g5, h4, добираясь таки до пешки g6, слон бьет h4, ладья бьет g6, не ладья бьет g6. Нет, ладья бьет g6, конечно. Король h7. Ладья c6. Атакован черный слон. Нельзя идти на b7 из-за ладья c7. Шах. Слон g4. Ладья f4. Атакованы оба слона одновременно. Черные сделали ход ладья g7 и сдались. Ну, почему они сдались именно в этот момент, я не знаю. Может быть, им не понравилось одно простое обстоятельство, что можно сыграть ладья c4. И слон все равно гибнет. Ну, конечно, есть ход h5. То есть можно исследовать, продолжать сопротивляться в такого рода вариантах. Но здесь что еще? Для черных несколько неприятно. Скажем, на король g6 можно даже отдать качество. Я так импровизирую. Выиграно как угодно.
Я просто хочу снять все вопросы, взять пешку, дальше подойти и пройти пешкой вперед. Ну и, в общем, эти пешки не съедаются, а потом сыграть король g2 и так далее. Ну ладно, это так сказать, к слову. Короче говоря, Магнус Карлсен одержал вот такую яркую победу. Можно, конечно, списать этот результат, объяснить этот результат во многом, и действительно он объясняется слабой игрой Ани Шидири. Он вообще на этом турнире играет крайне неудачно и наверняка потеряет свою высокую четвертую позицию в рейтинге после того, как этот турнир будет обсчитан ФИДЕ. Но при всем при том при этом, все-таки игра Магнуса Карлсена производит такое сильное впечатление. То есть, очень вкрадчивое начало, ненавязчивое, не агрессивное, вроде бы, но коварное, свойственное Магнусу Карлсену. Ну и затем блестящая жертва на Е3. Какое-то время на размышление, на принятие этого решения, что эту пешку можно отдать, потратил таки все-таки, вне всякого сомнения, Магнус Карлсен. Ну и получилось то, что получилось. Давайте сменим титр и перейдем к следующему пункту нашей программы. А именно к партии между Давидом Наварой и Сергеем Корякиным. Эта партия у нас проходит под номером 2, неудивительно. И, ну, неудивительно почему? Да потому что Сергей Корякин перед началом сегодняшнего тура был вторым лидером. Одним и первым лидером был Магнус Карлсен, а вторым Сергей Корякин. И вот c4, тот же самый ход. Ход Магнуса Карлсена сделал Давид Навара. Конь f6, конь f3, e6, g3. Но мы знаем, что Давид Навара очень любит разыгрывать каталонское начало. Не было это секретом, безусловно, для Сергея Корякина. И он бьет на c4, на что получает шах. Самая такая безобидная с точки зрения черных. Ну и с точки зрения, в общем, белых тоже. То есть они намного не претендуют, но они претендуют на гармоничное развитие. Они сразу забирают пешку c4, ничего не отдают взамен. Но черные теперь могут легко относительно решить проблему развития своего ферзя фланга и мобилизации фигур. А7, А6 с идеей, B7, B5 и слон B7 в один прием. В случае, если бы черные сыграли B5, а белые сыграли бы, ответили ферзь C6, то после ладья C8, ладья B8, слон B7 лишь бы с большим, так сказать, эффектом, с большей силой прошло. Поэтому ферзь B3 с тем, чтобы на B5 ответить тут же А4. И черные играют ладья b8. Ну вот подчеркиваю, что на ход b5, ну белые могут еще кроме a4, разумеется, сыграть конь d4. С чем нужно очень даже считаться. Ладья не идет на b8 за конь c6. То есть, хотя вот я сделал этот ход, вот b5, конь d4. Есть ход конь c5 и начнем сейчас выяснять отношения. Все далеко не так просто. Вот. Но я думаю, что здесь имелись конкретные совершенно варианты, наработки, вариантные у Давида Навара и, наверное, Сергея Корякина. Он делает ход ладья b8, который исключает подобные фокусы, поскольку на этой страшной, ну, уязвимой диагонали ладья теперь уже не стоит. d4, b5, здесь черные спокойно заканчивают развитие. Все равно конь e5, не конь d4, а теперь конь e5, конь лезет на поле c6, но это связано с разменом фигур, конь d7, рокировка и c5. Вот я думаю, что эта позиция, конечно, Давиду Навара хорошо знакома была. И он готов был отдать пешку на Е5. Этот ход компьютер признает сильнейшим, но доверять полностью компьютерам не стоит. Белые, наверное, сыграли бы в ответ ладья d1, заставили бы черных уйти, затем слон f4. У белых такая появляется довольно сильная, конкретная инициатива. По ощущению, по внешнему, ну, пешка дороже, то есть, и не за такие, так сказать, идя не на столь, вроде бы, небольшой риск, зачастую черные готовы забирать пешку. Но, наверное, опять же, соперники знали, что это делать нецелесообразно, а может быть, у Сергея Корякина был совершенно такой обычный логический довод, что, коль скоро соперник идет на позицию жертвы пешки, то наверняка он здесь хорошо готов, он хорошо знает все это, он играет быстро. Поэтому не надо сюда идти, а нужно сделать спокойный ход c7, c5 и увести соперника немножко в сторону. a4, слон e7, снова не забирая пешку, это довольно опасно выглядит. Во всяком случае, у белых довольно мощная контр-игра, и инициатива. У белых контр-игра могла быть у черных, а у белых, конечно, инициатива, атака даже. Ну и вот после взятия на b5 черные рокируют. Даже не берут АБ. С чем это связано конкретно, я не знаю.
А Б ход заманчивый, но с другой стороны, вот можно просуждать так. Пешка Б5 связана с черной ладьей, вот эта пешка связана вот этой черной ладьей, никуда не уйдет. А черные могут при случае полакомиться и другой немаловажной пешкой на Е5, поэтому можно пококетничать. Можно сразу рокировать и увести короля в безопасное место. Ладья Д1, ферзь С7, конь С3 и теперь АБ. Ну, брать на Б5 нельзя, конь попадет в беду. Таково первое впечатление. На самом деле впечатление ошибочное. Все-таки можно, оказывается, взять на Б5 и сыграть здесь ферзь А4, используя интересный тактический прием. Конь бьет Е5, сразу скажу, сказал Сергей Корякин. А тот прием, о котором я говорил, состоит в следующем. В случае хода ферзь бьет Б5, ферзь бьет Б5, ладья бьет Б5. Белые располагают возможностью слон С6, атакованного ладья. И вот как будто бы сразу отыграть пешку после этого, а лишняя пешка уже после отступления ладьи, например, там на Б4, будет у белых. Сразу отыграть пешку не удается черным. Какая-то компенсация у них есть. Но идти на это не хочется, и чтобы избежать такого развития событий, связанного с потерей пешки, Сергей Корякин бьет на Е5. В этот момент наши электронные друзья начали оценивать позицию существенно к выгоде белых. До этого они так крутились в своих оценках возле полтинника, чуточку лучше у белых, но ничего страшного, а тут вроде как у белых заметно лучше. Ну, впечатление такое действительно есть, потому что непонятно, что делать с конем, расположенным на поле Е5. Он атакован, он вот-вот будет уничтожен. Но черные могут, конечно, защитить его с помощью хода слона f6, что и происходит. Белый отступает конем на c3. Теперь конь лезет на поле e4, откуда он сможет атаковать коня. С черного слона, извиняюсь, испортит черным прическу. Конь черных связан, то есть какие-то неудобства уж как минимум остались, сохранились. Но хладнокровный ход слон b7, берущий под контроль поле e4, и белые меняются. Ну, ясно, что на ход конь e4 последовал бы слон бьет e4 и пешка b2 под атакой. Черные наверняка без хлопот сделали бы ничью. Слон бьет b7, ферзь бьет b7, конь e4. Здесь вот, опять же, можно было, конечно, не ферзем брать на b7, а ладьей. Ход ладьей кажется компьютером более сильным. По той простой причине, что стоя на b8, черная ладья находится на одной диагонали с белым слоном. И вот этот самый конь, расположенный на поле e5, остается под связкой. Ну, наверное, это, хотя и вроде бы логичное рассуждение, но слишком общее. И в ответ на конь e4, ход, который Сергей Корякин, конечно же, имел в виду, учитывал в первую, вторую и в третью очередь, черный просто забирает пешку. Хотите вы забрать на f6, забирайте. Какое-то время вам потребуется, чтобы отыграть пешку c5. Ну, король черных подраскрыт, но реально, при том, что вся игра идет в центре и на ферзевом фланге, атаковать его белые не смогут, они просто не в состоянии, у них не будет сил для того, чтобы перегруппироваться и перейти в такую атаку. Поэтому можно этого не опасаться. Ладья А2 сыграл Давид Навара, чтобы не висела у него пешка, стоящая на поле А2. Ферзь черных отошел на поле Б4. Ферзь бьет Б4, ЦБ. Ладья опять, пытаясь таки все-таки вот таким хитрым способом добраться до уязвимой фигуры в лагере черных, а именно до коня на Е5. Ну, считаться с этим безусловно надо. Но черный играет конь С4, атакуя ладью опять. Я не знаю, в какой момент Давид Навара решил, что уже пора переключаться на достижение малых целей. Мы согласны на ничью, Сергей Корякин сильный шахматист и так далее. Но последовал слон b8, взятие, слон d6, атакована ладья, ладья d8, ладья b1, пешка b4 никуда не уйдет. Там еще идея слон c7 появляется, поэтому надо сыграть конь c6, ладья c1, конь d4 атакует пешку e2, король f1, b3. То есть Давид Навара мог отобрать пешку и зафиксировать ничью, по ходу дела, пешку Б. Но он не то чтобы играет с огнем, но он все-таки пытается как-то пококетничать, делать вид, что у него слон, он может при случае взять на f6, у слона этого нет полей для отступления, потом слон Е7, а пешка Б ферзи не пройдет. Ну вот, тем не менее, после взятия слон Б4, все эти разговоры остаются только разговорами. Ладья идет на поле b8, ладья бьет b3, h5, обезопашивая позицию коня на поле f5, ладья b2, король g7, слон c3, ладья c8, ладья b3, ладья c4, король g2, конь d4. Ну, вынуждая тем самым очевидным образом размен. Потому что при отступлении ладьи на поле a3 последует конь b5. Взятие, e3, ладья a4, говорить не о чем. Абсолютно равная позиция. И вот 40 ходов как раз в этот момент было сделано. Соперники согласились на ничью. Что еще произошло
сегодня к этому моменту. Вот я сейчас взгляну, поскольку я немножко отвлекся от информации, скажем так, из первоисточника, и хочется посмотреть, чтобы решить, в каком порядке показывать то, что было в других партиях. Собственно, лишь одна партия продолжается в данный момент. Поэтому давайте, перед тем, как перейти к ее рассмотрению, к рассмотрению того, что там происходит, партии между Шахрияром и Метьяром и Дином Лежением, взглянем, как проходила борьба в двух других уже завершившихся поединках. В тех, которые мы не рассмотрели, не успели рассмотреть. Итак, начнем, пожалуй, с партии между Виши Анандом и Александром Грищуком. Для этого поменяем титр. Я частенько забываю это делать, но сейчас сделаю. Итак, Виши Ананд Александр Грищук. Вот. И эта партия у нас значится вот здесь. Итак, Виши Ананд Александр Грищук. Белыми играет Ананд. Ну, после вчерашнего тяжелого психологического отношения поражения против Сергея Корякина. В чем его, так сказать, тяжесть? Поражение, конечно, всякое производит неприятное впечатление на его потерпевшего, на шахматиста, который проиграл. Но в данном случае был поставлен под сомнение сам дебютный рецепт, сам метод защиты, который прибег Виши Ананд. Причем это, в общем-то, метод защиты, который применял Фабиано Каруана в матче против Магнуса Карлсена черными. Тогда все для черных сошло, но Сергей Корякин, наверное, анализировал эти позиции, наверное, был готов хорошо. То есть он сохранил трудности, проблемы для своего соперника Виши Ананда и очень тонко переиграл его. Но вот надо, могу отметить или там перефразировать, процитировать частично слова Эмиля Сутовского, который сказал, вот обращаясь к болельщикам, что даже если вы не очень хорошо относитесь по тем или иным причинам к Сергею Корякину, то все-таки должны согласиться со мной, что это в этой партии он играл очень здорово, имеется в виду во вчерашней партии против Виши Ананда. И вот теперь Виши Ананд, потерпевший поражение черными, играл с другим российским гроссмейстером Александром Грищуком, имея белые фигуры, и сделал ход Е4, который, в отличие от первого тура, в последующих турах все-таки был подвытеснен заметно закрытыми началами, c4 или d4. Итак, e4, e5, ну, разумеется, e5, поскольку почти всегда в последнее время играют e5 черные, то есть очень чаще, чем сицилианскую защиту, французскую и так далее, они разыгрывают в ответ на e4. Конь f6, d3, чтобы не допустить берлинской системы с ходом конь бьет e4, слон c5, решительный ход. Ход внешне кажущийся опасным, но в последнее время он самый модный, самый популярный. Хитрость в том, что черные могут пожертвовать пешку. Вот в целом ряде наших репортажей о супертурнире Вейкензее, например, о других некоторых, мы отмечали, что ход d5 возможен. То есть черные словно бы игнорируют идею белых, возможность белых взять на e5. Но тогда мы очень подробно последствия возможного взятия на e5 проанализировали. А то обстоятельство, что играющий черными и применяющий этот острейший, внешне очень опасный, почти самоубийственный дебют. Так вот, играющие черными, конечно, все здесь хорошо знают, все изучили. Ну, первым так начал играть Левон Ароян. Ну, поэтому конь d2. Никаких осложнений. Конь d2 играет Виши Ананд. Размен на e4. Черные решили все-таки часть своих задач. Они готовы допустить сдвоение пешек после слона бьет c6. Но взамен у них появится, у их слона, стоящего на c8, появится очень хорошая вот такая вот диагональ. Но это я говорю на случай того, если белые возьмут на c6. Они просто рокируют, опять. Это профилактика на случай b4. Но кроме того, лишний раз черные говорят, хотите брать мою пешку, берите, потом можете забрать на e5, но я отыграю на e4 или получу сильную контр-игру. Ну, тоже в русле, в общем-то, вот такой домашней подготовки, точный ход в ход. Так не играют шахматисты из общих соображений. Так можно действовать только, когда вы все точно здесь проанализировали, и вам самим даже интересно в творческом, как в спортивном, каком угодно плане, чтобы соперник поднял брошенную вами перчатку, пошел на обмен ударами, поскольку все у вас проанализировано, вы уверены в том, что вы не ошибаетесь и так далее. Итак, слон бьет c6, bc, конь бьет e5 и ладья e8, атакуя белого коня.
То есть, хотя бы отчасти, вот в этот момент брошенную перчатку, брошенную Александром Ващуком, Вишиананд поднял. Конь атакован. Ну, брать на c6 нельзя, потому что можно, Потому что коню придется отступить, черные отыграют пешку и получат сильную, хорошую контр-игру. Давайте перекинем, так вот, на скидку, взятие сюда, скажем. Можно этого коня атаковать. Откуда? Ну, большой разницы на самом деле нет. Наверное, если я чего-то не в чем-то не просчитываю. Скажем, ферзь d7, конь d4. Забрать коня надо. Получается вот такая позиция. У белых под ударом пешка, стоящая на поле, e4. Очень важно, что ход f2, f3 для белых невозможен, потому что диагональ. Пешка f2 связана. Следовательно, защитить эту пешку белые не могут. И неминуемо черные ее отыгрывают. Причем допустить сильное отставание в развитии, как я понимаю, допускать такое отставание белым опасно. Ну, ладья e1 я просто возьму на e4. Или не просто возьму? Не просто возьму. Кстати, тоже момент любопытный. Но ладья e1 нельзя брать на e4 просто так. Там в конце получится мат по восьмому ряду. То есть надо сделать еще один ход типа слон b7. Это одна возможность. Или сыграть слон g4, или может быть просто даже сыграть что-то типа слон. Ну может и слон b7, кстати. Что-то страшное будет с черным после этого случиться. Пешка-то все равно будет уничтожена. Если конь уйдет, разменяемся на d1, возьмем на e4, хуже у черных не будет. У них очень активные фигуры. Но если там ход типа ферзь c2, то возьмем на e4. И опять же, уж кто-кто, а черные здесь не рискуют. Короче говоря, может быть, ход конь бьет c6 и не ведет никаким трудностям для белых, если они вовремя опомнятся и согласятся на упрощение, но не дает им белым никакого преимущества, поэтому конь b3 атакуя слона на c5 сразу. Напомню, что сейчас на доске у белых лишняя пешка, и именно поэтому они могут себе позволить подобного рода обмены ударами, надеясь все-таки эту пешку сохранить. Ферзь бьет d1, ладья бьет d1, слон просто отступает, конь, расположенный на поле e5, под ударом. Играть слон f5 нельзя, или как минимум очень опасно из-за хода конь h5. Поэтому конь c4, конь бьет e4, взятие на b6 и cb. Ну вот, дым сражения рассеялся. На доске позиции с разноцветными слонами, с исправленными пешками черных на ферзевом фланге. f2, f3 сыграли белые, конь c5. Ну вот, может быть, при других отступлениях коня, все-таки конь c5 такое неэстетичное отступление, которое приводит к порче пешек. Так вот, при других отступлениях все-таки белые сохраняли возможность подавить на слабости черных на ферзевом фланге, и защита черных потребовала бы большей аккуратности и большего труда, чем после внешне такого странного хода конь c5. Ну, разумеется, белые должны разменяться, ладья d6, слон f5, развиваясь, торгаясь вперед, уходя вперед. Ну, ладья e1 здесь играть нельзя. Обращу ваше внимание, потому что если сделать этот оптимистичный ошибочный ход, не хочет. Ну-ка, вот так. Сейчас захочет. Итак, ладья e1, то белые сыграют король f2. Если белые и черные будут сохранять связку по первому ряду, то получат мат по восьмой линии. Поэтому нужно вывести слона и слон f4. Ну, теперь взятие на c6 уже опасно, так как связка по первому ряду будет действительно неприятна крайне для белых. И они могут не только, несмотря на взятые ими пешки, не добиться ничего, но попасть даже в худшую позицию. Поэтому слон уходит, не позволяя черным ответить ладья e1. Ладья e6, теперь уже предложение размена. Ну, поактивнее, конечно, здесь позиции белых. Они взяли пешку, выиграли пешку. Но а4, пешки фиксируются, и за пожертвованную пешку, хотя вот часто при ладьях одна лишняя пешка в разноцвете. Разноцветные слоны, по разноцветному слону и по ладьям. Эта позиция бывает очень опасная. Если бы без ладей все было, то мертвая ничья. Ну, здесь бы абсолютно мертвая ничья, если снять ладей. А при ладьях вроде бы шансы могут быть, но здесь важное обстоятельство, что атакована пешка А2, отдавать ее белые не имеют права, а ход А2, А3 приведет к полной блокаде, полной фиксации фланга. Ну, король F2, H5, черные используют время, чтобы и сделать форточку, и подразменять пешки, и подослабить их в лагере соперника. Теперь следует ладья b8, и вот Вишиананд даже не стал кокетничать, не стал делать ход слона 3, пассивный, дающий черным возможность
ответить, например, ладья d8, потом слон c4, потом ладья d3, втурнулся во второй ряд. Может быть, атаковать при идеальном стечении обстоятельств пешку f3, но объективно позиция ничейная. Я не скажу, что она элементарна, совсем элементарно ничейная для черного. Но однажды, когда-то я проиграл Евгению Свешникову в полуфинале Советского Союза партию с разноцветом. Правда, там не, у меня тоже была активная ладья, но там было больше возможностей у соперника для того, чтобы как-то перегруппироваться и активизировать постепенно свои силы. Здесь после слона 3 таких возможностей не видно, и ход b3, ну, отчасти, я не знаю уж, были ли какие-то договоренности у соперников перед началом партии, я не знаю, но все закончилось вот таким вот очень банальным способом, они еще походили туда-сюда и согласились на ничью. Ну, я даже не знаю, вот было в этой партии что-то такое по-настоящему значимое, то есть была ли по-настоящему игра или нет? Потому что то, что вот Вишанант как-то так отдал пешку b, сыграв b3, конечно, производит какое-то такое неоднозначное впечатление. Хотя объективно, подчеркну, повторюсь, конечно, позиция ничейная, конечно, держать ее черными не так уж трудно, но все-таки пешки не было у них. Итак, ничья в партии Анан-Грищук. Это еще одна ничья после ничьей в партии Навара-Калятин. И еще один поединок оказался, закончился к этому времени. А именно, это партия между Тимуром Раджабовым и Веселином Топаловым. Призываем на помощь, опять же, наши возможности и смотрим, что произошло в этой партии. Тимур Раджабов сделал ход с Е2 на Е4. Это немножко удивительно, потому что, в принципе, Тимур Раджабов тяготеет и тяготел с детства к уду d4. То есть он двухрукий шахматист, безусловно. Он e4 также может сыграть. И играет, стал играть довольно часто после того, как уже достиг творческой зрелости. Чаще бывает обратная эволюция. То есть шахматисты всю жизнь, все детство, всю юность, игравшие e4, вдруг включают свой репертуар ходы там d4, c4, конь f3. Их стиль немножко модифицируется в сторону такого большей солидности, меньше блефа, меньше риска. А тут вот Е4. Ну, конкретно, когда вы играете с конкретным соперником, вы имеете в виду и его репертуар. И это из этого, наверное, исходил Тимур Раджабов. Во всяком случае, например, ход С5 его Раджабов вполне устраивал. Но последовало Е5, конь С3, конь С6, извиняюсь. И здесь Тимур Раджабов сделал ход, ну, который верой и правдой служил ему во многих соревнованиях. Уже такому, может быть, не юноше, Раджабову, уже зрелому шахматисту, который включил как раз ход Е4 в свой репертуар. Но он включил в этот самый репертуар и шотландскую партию. Может быть, с легкой руки, глядя за творчеством Гарри Каспарова, может быть, нет. Но этот дебют довольно, вот в контексте конь f6, конь bc6, довольно коварен, довольно многогранен, многолик. И если черные не очень хорошо готовы к нему, не имеют здесь для себя четких таких рецептов, ясных рецептов, однозначных на все случаи жизни, как они защищаются, то можно попасть уже в дебюте в трудную позицию. Не совсем такие стандартные. То есть вот стандартный такой взгляд, стандартные попытки оценок, они часто здесь оказываются неэффективными. Ферзь e7, ну, стандартный ход. Ферзь e2, конь d5, c4, конь b6. Другая возможность слон h6. Я бы сказал, что это две более-менее равноправные, примерно одинаковые по силам возможности. Конь b6 избирает Веселин Топалов, конь c3, а5. Вот так трактует эту позицию Веселин Топалов. То есть он не пытается сразу же атаковать центр белых, пешку e5, а надвигает пешки на ферзевом фланге свои, ограничивает возможности белых, и в частности ход a5 нацелен на то, чтобы белым просто так не захотелось играть b3 и слон b2. Вот такие планы. А что касается планов белых, то их идея состоит в том, чтобы просто закончить развитие. И тогда, ну, увидите, что их структура существенно лучше. Ну, и, кстати, ферзь на e7. Ферзь черных расположен так как-то не очень-то. Он прикрывает, закрывает, точнее сказать, возможность черному слону выйти с поля f8. А поскольку, тем более после хода a5, черные вряд ли могут рассчитывать уйти в длинную сторону. Скорее всего, они должны уходить в короткую. И тогда, если играть естественно и вроде бы вот продолжать начатое, нужно сыграть g6 и слон g7. Но
все-таки, если говорить о начатом, о том плане, который проводят черные, то он связан с ходом слона 6 и с идеей опять А4, в том или ином порядке. Что было дальше? Слон d2 и g6. То есть слон d2 это профилактика своего рода на случай игры черных на ферзевом фланге, поэтому черные уже должны, наверное, могут и должны закончить развитие фланга королевского. Конь e4. Конкретика. Ну теперь ужасный, невозможный ход ферзь бьет e5, который был бы совсем неплохим, если бы черные не сыграли g6. В данном случае опровергается с помощью шаха. Ферзь связан белым ферзем, брать коня нельзя, ну и при любом отступлении теряется черный ферзь. То есть это более чем банально, но тем не менее. Слон g7 поэтому играет здесь. Веселин Топалов и конь Теймура Раджаба вторгается на поле f6. Теперь, если бы черные сыграли не король d8, как они сыграли, а взяли бы на f6, то получили бы форсированно весьма неприятное окончание. Ну, скажем, взятие. Я не думаю, что ферзь e6 что-то принципиально меняет, но мы исходим из... делаем самые естественные ходы. И просто достаточно взглянуть на эту позицию, чтобы ее можно было оценить. Пешку f6 черные атаковать не могут. Выиграть ее за конечное время невозможно. Черный король плох. Черные поля в лагере черных ослаблены. У белых есть слон d2, а у черных никакой альтернативной фигуры нет. Она разменена на поле f6 на белого коня. Короче говоря, неприятная у черных позиция. Это, мягко говоря, может просто плохая. Но на все это, разумеется, шел сознательный Веселин Топалов. Он соглашается на то, что у него не будет рокировки. Но вот в этой структуре, когда ни та, ни другая сторона не может так вот спокойно куда-то увести своего короля, обезопасить его и так далее, спокойный ход король d8 под прикрытие пешки d с дальнейшей контр-игрой против коня f6, ну я не знаю, угрожают ли реально, наверное, не угрожают. Конечно, не угрожает черный взять два раза на f6, но уже идея слона f6 будет витать в воздухе, уже может всерьез рассматриваться в такого рода позициях. Мне хочется одну вещь сделать. Мы смотрим партию Раджабов-Топалов и просто ориентироваться, приглядывать, что же там такое происходило в альтернативных случаях. Итак, король d8, длинная рокировка белых, ну, логически вытекающий из его предыдущего ход. Слон a6, черные уже смело приступает к своему плану атаки пешки c4, очень необычная позиция, ферзь g4. И вот здесь, конечно, вспоминается, обращается внимание на то обстоятельство, что пешка d7 может оказаться теперь объектом атаки белых фигур. Во всяком случае, считаться с этим надо. И всякого рода взятие на c4, мягко говоря, опасно. Удар-удар там, или без удара слон g5, то есть слон g5 это вполне конкретная идея, угроза и так далее. Черные убегают королем из опасной зоны. Логично. Слон бьет опять. Висит пешка. Я уже как-то, да не только я, не исключая того, что даже Веселин Топалов забыл, а уж зрители, болельщики, наверняка о том, что в лагере черных есть незащищенная пешка на А5. Такая гордая, прыгнувшая некоторое время назад вперед. Время назад, а пешка прыгнула вперед. Итак, слон бьет опять. И H7, H5. Ну, когда все это стояло на доске, было очень трудно поставить диагноз, скажем так. То есть, черные наконец-то раскрутились. Во всяком случае, они очень близки к полной раскрутке. Но, с другой стороны, все-таки король у них не рокирован. Хотя фигура лучше развитая. Хотя у белых много слабостей. Но, наряду со слабостями белых на e5 и c4, есть слабость у черных на d7. Ну, чьи, так сказать, объекты для атаки окажутся более уязвимыми, более важными, сказать сразу трудно. Ферзь g3. Ферзь защищает пешку на e5. Не нужно черным позволять забрать эту пешку. Тогда живет слон черных. h4 сбивает таки ферзя. Ферзь g4. Ну, важно отметить то, что нельзя здесь белым играть слон ферзь f4. Ход был бы во всех отношениях хороший, если бы не зевал ферзя после слона h6. Вот такая связка. Ну, поэтому ферзь идет на g4. И черные забирают таки эту пешку, невзирая ни на что. И кажется, что может они сейчас раскрутятся и перейдут в контратаку. Но правда, белые могут отступить слоном с темпом, защитить коня на f6. Шахов белому королю черный ферзь объявить не может, только слон. Но ферзь f5, предлагая размен ферзей. Вот как все-таки удивительно. Вроде бы такое обострение, вроде бы миттельшпиль, полная непредсказуемость и предложение размена ферзей с дальнейшим, ну скажем так, ослаблением своей структуры. Но фигуры черных при этом очень активны. Белый вынужден меняться. В общем-то, здесь даже объяснять ничего не надо. Тем более, что кое-что взамен белые получают. И следует тактический удар. Конь бьет d7.
Опять же, наверное, полувынужденный или вынужденный. Конь на f6 стоит довольно уязвимо. Развиваться белым трудно. И что немаловажно, пешка c4 под ударом. Вот пешка c4 под ударом. И конь h4 идея существует. Ну и кроме того, черные при своем ходе, будь ход за ними, они могли бы сыграть d7, d6. Что было довольно неприятно. А тут конь бьет d7. Слон должен взять на c3. Белый промежуток бьет на b6. Ситуация, позиция упростилась. Лишняя пешка на стороне белых. Но у них достаточно слабости, и черные чуточку лучше мобилизованы. Они играют король c7 с идеей ладья d8. Есть ли у белых шансы на победу или нет? Вот в чем, так сказать, состоял вопрос. Но, судя по всему, после ладья g8 и ладья g1, почему не слон f3? Потому что висит пешка на c4. Важный момент. На слон f3 черные забирают пешку на c4, подравниваются по материалу, и, наверное, подравниваются не только по материалу, но и не имеют никаких проблем. Тем более, что вот-вот может начаться возвратное движение на линию а, и будет атакована пешка, стоящая на А2 или перешедшая на поле А3. Короче говоря, ладья g1, c5, фиксируя пешку на c4, это слабость, и заодно активизируя, подготавливая активизацию своего слона по этой диагонали. g3, взятие на g3, взятие на g3, ладья h2, атакована пешкой f2, фигуры черных активнее, ладья f1, f4, окончательно выправляя свои пешки. То есть после хода gf было бы две лишних пешки на доске у белых, но пешка f4 тут же была бы отобрана черными ладьями. Фигуры очень активные. Даже не пешка f4, а скорее пешка f2. Ну, давайте я сделаю этот ход гипотетически чисто. Взятие на f4, и тогда ладья g2, и все заканчивается. Заканчивается отъемом материала и уравнением шансов. Короче говоря, так не было. Было сыграно. Зря я это сделал. Потому что придется мне заводить все заведенные ранее ходы снова. Так, было сыграно ладья d2. Да. Было сыграно ладья d2. Слон c8. Слон f3. Fg. Fg. Ладьи разменялись. Черная ладья взяла на g3. Белые сыграли слон d5. Ответ черных слон e6. И белые разменялись на e6. Затем вторглись на поле f7. И началось повторение позиции. То есть при материальном равенстве, ну, белые сами заинтересованы в том, чтобы сделать ничью, поскольку при спокойной игре, конечно, белые не проиграют, могут короля перевести на b3, но лучше у них точно уж не станет, у черных все-таки проходная по линии e сохранится, а так была зафиксирована вот такая ничья. Итак, мы уже познакомились с четырьмя сыгранными и закончившимися сегодня партиями, а продолжалась до недавнего времени всего лишь одна. Напомню, что в этих партиях победу одержал лишь один шахматист, а именно чемпион мира Магнус Карлсен, который выиграл у Ани Шагири. Выиграл очень красивую партию, но, кстати, вот совсем недавно, не буду, впрочем, забегать вперед, и давайте посмотрим. Итак, Магнус Карлсен выиграл у Ани Шагири, Виши Анан с Александром Грищуком, Давид Навар с Сергеем Корякиным и Тимур Раджабов с Веселином Топаловым закончили свои партии в ничью, а совсем еще недавно продолжалась партия между Шахрияром Эмедьяровым и Дином Леженем. Ну, к рассмотрению которой мы сейчас и переходим. Итак, что же было в этой партии? Белыми фигурами играл Шахрияр Мамедьяров. Надо поменять титры. Вот я чуть не забыл эту важную составляющую творческого процесса. Шахрияр Мамедьяров, Дин Лежень. d4 сыграл Шахрияр Мамедьяров. Ответ черных. Конь f6, c4, e6, конь f3 и d5. Не новоиндийская защита, а ферзевый гамбит. И сейчас вот такая вот вилка более популярна. Но в новоиндийскую защиту почему-то, я не знаю почему именно, но черные стараются не идти, предпочитая разыгрывать ферзевый гамбит с помощью хода d5. Слон g5. Ну, интересное решение.
если идти до конца, после слон g5, то белые должны в избежании выхолащивания, упрощения позиции жертвовать пешку. Но пешка на c4 забирается сразу. Ферзь а4. Можно было бы, конечно, и по-другому пытаться отыграть, но Шахрияр Мамедьяров в данном случае не рискует. Он, хотя как не рискует? Как может Шахрияр Мамедьяров не рисковать? Тем более проиграв две партии и не очень хорошее место занимая в турнирной таблице. Е4 он играет. Он захватывает центр во что бы то ни стало. И слон бьет c4, пешка все-таки отыгрывается, но довольно дорогой ценой, потому что очень не хочется белым уступать преимущество двух слонов. А играющие черными, вот они позволили, ну в данном случае это Дин Лижень, третий по рейтингу шахматист мира, они позволили белым захватить центр, образовать классический пешечный центр, что, конечно, совсем немало. Это кое-чего да значит. Вот пешки белых стоят вот таким вот образом и ограничивают возможности соперника, но у черных нет слабостей. И надвигать эти пешки, теснить фигуру соперника или начинать атаку белые не могут, а в таких случаях для черных, от черных требуется терпение и аккуратность, и, в общем-то, как правило, слоны все-таки свое слово скажут. А6. Играя Дин Лижень. Идея b5 вполне актуальна. На ферзь c6 можно будет сыграть ладья b8 и слон b7. Рокировка b5. Ферзь идет назад. На c6, как я уже говорил, конечно же, играть не следует. Из-за ладья b8, потом слон b7, и у белых будет хуже. А теперь черные заканчивают развитие, и белые отдают второго слона для того, чтобы не позволить черным с комфортом провести c5. Эту задачу решить удается. Но черные проявляют активность по центру. С помощью хода e6 e5, размен. Уход d5 это не игра на выигрыш, а скорее игра, которая может привести к худшей позиции. Рано или поздно черные могут сыграть c6, может быть подготовившись предварительно. И один из слонов у них останется. А здесь же этот слон меняется сразу. Белые играют f3. Понятно, что у белых хуже быть не может. Но по большому счету заметно лучше тоже. Хотя от черных требуется аккуратность. На идее типа ладья d8 надо считаться вторжением ферзя на a7, например. Тем не менее, игнорирует эту идею Дин Лижень. Он говорит, что при необходимости на ферзь a7 я отступлю слоном на c8. Белые меняются, меняют вторую ладью, ну и в воздухе стало попахивать ничьей. Хотя, ну вот размен-размен, еще один, и угрожало b4. Белые угрожали зафиксировать пешки соперника на ферзевом фланге, но c5, а2, а3, все равно b4. Черные могут сыграть c4, но тогда вся тройка пешек, ну они сыграли король и си, вся тройка пешек на вот этих полях а6, b5 и c4 окажутся плохими. Белый слон хорошим, и, наверное, у белых точно не будет никакого риска, а черным, ну, черные могут столкнуться с некоторыми трудностями. Там идея а4 при короле на d4 король белый быстро придет. Короче говоря, король e7, король f2, король d6, король e3. Черные не хотят играть по уже известным нам причинам c4. Белые не хотят ничего менять и сдавать позиции на ферзевом фланге. Слон c8, f4 отнимая важное поле у черного короля. На e5 он теперь не может попасть точно, но черные рушили позицию слона. Ну и после этого было сделано еще довольно много ходов, которые я сейчас вам и воспроизведу. То есть вот такой позиция была в тот момент, когда мы начали свой репортаж, посвященный сегодняшнему туру. Ну вот любопытно, что наши электронные друзья говорят, что вот белые немножко, так сказать, перемудрили. И после хода Е5 вообще их позиция могла стать, ну, была опасной. Хотя нет, нет, не верится. Не верится во все это. Е5 было сыграно. Король С6. H2, H3. Белые продолжают стоять. Они не опасаются, разумеется, того, что черные сбросят пешку. Хотя с этой идеей надо считаться. ЦБ, ЦБ опять, потом Б4, потом взятие пешки опять и проходная до фланги. Потому что белые очень быстро образуют свои далеко надвинутые пешки в центре, Ж4, Ф5 и так далее. При отыгранной сразу пешки белых на ферзевом фланге, в случае такого маневра ЦБ, АБ и А5, у черных, у самих могут возникнуть проблемы. Ж5. Конь Е4. То есть уже заставляя черных высказаться. Что-то с этой пешкой делать надо. Разумеется, черные берут. Ход вперед на c4 был бы здесь нелогичен. Белые ступили бы конем. Потом, хотя вот я думаю, наверное, вот если бы здесь черные сыграли c4, я так бы сказал, ступили бы конем. А пешка g2, с пешкой g2 что-то надо делать. То есть, может быть, белые сыграли бы конь c3 все-таки, с идеей g3. Если бы черные сыграли h4, то
король d4. Или король e4. О, король e4 с идеей f5. Вот так. Ну и, вероятно, белые здесь точно ничем не рисковали, а скорее черные должны играть аккуратно. Ну, Дин Лижэнь взял на b4. Дин Лижэнь взял на b4, произошел такой размен. Король черных встал на d5, демонстрируя свою готовность броситься вперед. Конь d6 и черная петля h4. Ну, довольно любопытное событие. То есть, игра вдруг стала острой. Позиция труднопредсказуемая, во всяком случае, исход борьбы. Вроде бы, по внешним видам. Но после конь e8 оказывается, что угрозы белых достаточно серьезны. То есть, во-первых, угроза взятия на g6. Черные сыграли, поэтому g6, что довольно естественно. Увели пешку из-под удара, следует шах. И черные обязаны отступить после этого назад, как нет, король c4. Какая интересная штука. Я-то считал, что это невозможно. Ну, собственно, невозможен другой ход. Невозможен ход король c6 по причине конь бьет h6. Это правда. Но я быстро посчитал, что после этого белые могут взять на e6, что и последовало, разумеется, и сыграть. Так. И сыграть g4. Теперь смотрите, какая штука. Черные обязаны взять на проходе. Потому что если они играют, король бьет b4, то они пропускают ход f5. Ну, поменяться разок можно. Можно пытаться догнать эту пешку. Но не получается, потому что белые двигают ее вперед. И белые выигрывают, потому что проходят ферзи уж очень сильно первыми. То есть на несколько темпов просто опережают соперника. А после хода hg... Очень красивая штука, это все уже происходило после начала нашего эфира, напомню. Белые играют h4. Возобновляю угрозу. h5 и f5. Черные возвращаются, они обязаны вернуться, потому что если бы они не возвращались, а взяли бы пешку b4, то, наверное, проиграли. Ну, почти наверняка проиграли. Последовало бы h5. Пешка g может только отвлечь белого короля, но это несущественно. Нужно брать f5. Ну, на g2, опять же, король f2, напомню, следует. Бить нельзя из-за e6, и белая пешка проходит ферзя. В случае хода король c5 следует f6, и белые первые в ферзях, в дамках, и они выигрывают. Поэтому здесь черным пришлось играть король d5. Такая красочная вообще концовка. Белые играют король f3, устремляясь к пешке, но у черных свой козырь на другом участке доски. Они играют a5. Ба играть надо. b4. Так, нет, я... Да, так и было. b4. И белые играют h5. Что делать черным после хода h5? Вообще красиво. Надо отдать должное, знаете. Черные сыграли здесь gh. Потому что если бы они не сыграли gh, а ответили, например, бы b3, то, наверное, белые взяли бы на g6 и... Вот в таком вот ферзевом окончании, когда все прошли ферзи, и белые, и черные, вот я думаю, они, наверное, неправильно играл. Наверное, надо было проводить пешку на h8 белую, потому что здесь ферзь f1 неприятно. Нельзя брать пешку из-за ферзь g1, а в случае хода король e3, правда, это ничья почти наверняка, потому что вечный шах. Но рискованно для черных, может вечный шах и не получиться. Следовательно, вот здесь надо не пирать пешку на g6, а играть h6. Надо играть h6, b3, получается вот такая вот позиция. Здесь уже можно не опасаться ничего. У белых достаточно сильные козыри в форме шахов с тыла. Ну, ход типа ферзь d3 для белых не опасен, они уходят на g2. Ну и позиция ничья. Просто потому, что у белых очень активный ферзь, ну и заодно пешка. gh сыграл здесь Дин Лижэнь. Это 41-й ход, тоже важный момент. В условиях определенного дефицита времени все это происходило, как для одной, так и для другой стороны. И после этого... Так, ну вот я вас немножко обманул. Насколько это существенно, я не знаю. Потому что на самом деле все это происходило... Чуточку в другой редакции.
при короле черных на c6. Вот к чему иногда приводит. Так, я могу сейчас, конечно, не заводя все это издалека. Вернуть назад. Итак, вот такая позиция. Черный. Нет, король c4, все правильно. Конь бьет e6, fe g4, hg h4, король d5, король f3. И вот здесь черные сыграли король c6. Здесь черные сыграли король c6. Да. Тридцать девятый ход черных. Белые взяли на g3. И черные начали на движение пешки на фланге. Опять ба b4. То есть понятно, что не в квадрате белый король, что белая черная пешка b вот-вот пройдет в ферзи. И признаемся, согласимся, что такой план опаснее для белых, чем то, что мы смотрели. Там белые даже слабейшей стороной формально не были. А здесь от них требуется большая аккуратность, хотя схема защиты одна и та же. То есть h5 играют белые. Ну, теперь gh это ход правильный, безусловно, потому что в ответ на b3 белые сыграли бы h5, и здесь-то уж риска. Ну, черные делают ничего, конечно, легко, вечным шахом по первому ряду, но не более того. То есть они это вынуждены делать. Они не успевают отобрать пешку а5 или какую-то другую пешку. А после взятия gh все-таки пешек больше у черных остается. Белая пешка идет вперед. И черные отвечают b3. Почему b3? Потому что в случае взятия на f5, давайте прикинем, к чему это может привести, нужно аккуратненько играть белым. Видимо, все-таки a6 на b3, a7, двигать свою пешку, затем вот в этой позиции, наверное, играть a8 ферзь. А нет, a8 ферзь проигрывает. Вот, я показываю, как проигрывает А8 ферзь в основном варианте, в главном варианте. Потому что если теперь сыграть Е8 ферзь, то черные закроются шахом за Б8, и черные пешки обеспечат им победу черным. Поэтому здесь надо играть вот, на Б1 ферзь сразу Е8 ферзь. И придется считать варианты типа ферзь g1 шах. Все это не так элементарно, кстати, с точки зрения белых. Скоро король идет в сторону, черные активизировали ферзя, забрали пешку. Есть вечный шах у белых или нет? Вот сходу не очевидно так вот. Можно ли элементарно более-менее после этого сделать ничью? Я смотрю, что наши электронные друзья насоветовали. Они говорят, что совершенно минимальное преимущество у черных в этом варианте. Хитрость в чем состоит? Вот я понял. Они советуют другую пешку двигать. Я пешку А двигал, а нужно двигать вот эту пешку. Е8 ферзь и А8 ферзь. И здесь, видимо, что-то похожее на вечный шах. Во всяком случае, если белые отберут любую одну пешку, это будет ничья. То есть, то, что это похоже на ничью, это бесспорно. Но сказать, что это совсем элементарная ничья, я бы все-таки не решился. Хорошо. Поверим компьютеру и констатируем то, что ни ход А7, ни ход Е6 не был сделан. А было сыграно b3 сразу. Но ответ на f6. На f... Нет. Да. Было сыграно b3 сразу. Белые сыграли f6. Черные b2. f7. b1 ферзь. И f8 ферзь. Вот эта позиция выглядит более коварной, конечно, в каком-то смысле. То есть, там две лишние пешки у черных, здесь только одна.
Но ход черных. Ход за черными. Они играют ферзь g1 шах. Они не позволяют белым встать на линию f из-за потери ферзя. Они не позволяют белым встать на поле h4 из-за мата на g4. Нужно играть король h3. Теперь ферзь g4, король отступает на h2. Ферзь e2 шах с идеей забрать пешку e5. И пешка забирается. Король идет на h3, чтобы не попасть под шах. Черные забирают пешку. У белых одна проходная на фланге. И, видимо, Дин Лежин делал ставку на то, что так белым исхитриться, чтобы все поменять нельзя. Но здесь важное обстоятельство. Черные не могут менять ферзей пока что, так как пешка h в зоне досягаемости белого короля. Например, ферзь c8, ферзь c7. Ну, ферзь c7 вообще плохой ход. Посмотрим, что было. То я философствую. Ферзь b4 сыграл. А вот, наверное, очень сильный ход. Очень сильный ход ферзь b4 сделал здесь Шахрияр Мамедьяров. И он обозначил то, что у него проходная, его проходная по линии это сила. Но когда черные сыграли ферзь b5, последовал шах с e4. Вот интересно, проигрывает ферзь b5? Просто мне интересно. Кажется, да. Иначе бы разменялся Шахрияр. То есть пешку h уничтожается, но черный король, конечно же, поддерживает свою пешку с помощью король b5. И черные легко выигрывают. Это понятно. Ну, каким-то таким образом. Так, это делать нельзя. Поэтому последовало ферзь e4. Это ход, безусловно, правильный. Может быть, вообще единственный. Ферзь d5. Ферзь b4. И не нашел ничего лучшего здесь Дин Лежин, чем повторить позицию. То есть ферзь b5. Ферзь ушел назад. И вот так вот они начали повторять позицию. Вот интересно, здесь можно менять ферзь на c5? Вот здесь, может быть, и уже можно. То есть, лишний темп у белых по сравнению с теми вариантами, которые мы смотрели, да. Это важное обстоятельство, которое лишило, в общем, Дина Лежиня каких-либо шансов играть на победу. Ну, вот такой тур. Тур, который очень быстро, очень бурно начинался и достаточно бурно завершился. Причем завершились в нем все, абсолютно все, без исключения партии. Давайте подведем итоги. Итоги седьмого тура, который заметно изменил положение в лидирующей группе. То есть, сейчас единоличное лидерство вернул себе чемпион мира Магнус Карлсен. У него 5 очков из 7 возможных. Плюс 3. На чистом втором идет Сергей Корякин. У него 4,5 и большая группа. Большая группа участников, сыгравших между собой в ничью, делят места с 3 по 8. Это Дин Лежин, Тимур Раджабов, Веселин Топалов, Александр Ищук, Давид Навара и Виши Анат. Кто с кем сыграет в очередном предпоследнем 8 туре, о котором мы будем рассказывать завтра, то есть в понедельник, начиная с 2 часов, то есть с самого начала этого самого тура. Встретятся лидеры Сергей Корякин и Магнус Карлсен. И, конечно, этот поединок вызывает огромный интерес. Может быть, в нем завяжется очень напряженная, интересная и непредсказуемая борьба. Все, я думаю, болельщики шахмат, все любители на это очень надеются. Но может оказаться и по-другому, что вот не удастся Сергею получить ничего серьезного по дебюту. И тогда мы, то есть зрители, огромная интернет-аудитория в том числе, будут слегка разочарованы. Кто с кем будут играть еще? Ну, многие участники, которые стоят в полтиннике, это Раджабов, Анан, Грищук, Навара, Топалов, Дин Лежин. Ну, а также, что еще весьма любопытно, двое аутсайдеров также будут выяснять отношения между собой. То есть, идущие на предпоследнем месте Шахрияр Мамедьяров и ушедший на чистые последние Аниш Гири. Итак, две партии шахматистов, занимающих полярные позиции в турнире. Это Карлсен, Корякин и Гири Мамедьяров, наверное, будут вызывать особый интерес. Хотя в творческом плане, конечно, что-то неожиданное, что-то прелюбопытное может произойти в любой из партий такого крупного, такого замечательного соревнования, как супертурнир в Шамкире, посвященный памяти Вугара Гашимова. На этом наш сегодняшний выпуск совершается. И мне не остается ничего иного, как проститься с вами. До встречи в понедельник в 2 часа дня по московскому времени, когда мы расскажем о предпоследнем туре этого замечательного соревнования. А пока, до свидания, играйте в шахматы.